Светлое Христово Воскресенье – не только важный праздник для православных христиан, но и прекрасный повод собрать за одним столом всю семью, близких и родных, и порадовать кулинарными изысками. Помимо традиционных крашеных яиц и куличей, к застолью люди стараются купить что-то вкусное. Например, красную рыбу и икру. И многие предпочитают приобретать морепродукты на выставке продажи «Икра и рыба камчатская» у торгового центра «Премьер». Ну, нравится, а что? Все вкусно, все хорошо. И, во-первых, я привык уже к этому с детства. Я уже купил к Пасхе. Говорят, полезно. Но я вроде и так это уже, как с детства привык, все, чтобы было хорошее. И сейчас продолжаю. Мы все время берем у них очень вкусные свежие рыбы, как икру, чевычу. И хотя стартовала так называемая «страстная неделя», употреблять в пищу рыбу, икру и другие морепродукты можно и весь период Великого Поста, который соблюдают многие рязанцы. Существует церковный календарь, в котором расписаны дни, разрешающие постящимся рыбу. Но и врачи, и священники напоминают, что при проблемах со здоровьем, пожилым и беременным, а также тем, кто активно трудится физически и умственно, рыбу включать в рацион настоятельно рекомендуется в продолжение всего периода аскезы. К тому же до светлого праздника Пасхи уже подать рукой, и многие начинают закупаться к праздничному столу заранее. Приходим, конечно. Там уже праздники же приближаются. Свежие, наверное, у них продукции. Вот из-за чего еще идем, берем. Сезон сейчас заканчивается. Сейчас вот рыбу, может, немножко в морозилку положу. К Пасхе. Мне внучка любит белорыбицу, я красную не особенно, а белорыбицу она и икру. Ну вот сейчас к празднику сделаем бутерброды с икрой. Вот. И будем вспоминать добрым словом. При этом среди всех прочих рязанцы предпочитают рыбу именно с выставки продажи «Икра и рыба камчатская». И с нетерпением ждут каждого приезда. Ведь у продукции, представленной здесь, масса преимуществ. Это гарантированная свежесть. Рыбу везут особым способом. Она не поддается заморозке. Поэтому к вашему столу поступит продукт прямо с Дальнего Востока. Способ приготовления рыбки тоже оценили жители города. Холодного и горячего копчения с невероятными ароматами ольхи, яблони и груши, на ветках которых коптят рыбку, а также слабосоленая. Не первый. Чем нравится? Ну, во-первых, оно по-соленому нормально. Вот. А это чевычи, это бутербродики. Во-первых, слабосоленая, а во-вторых, это, как оно сказать, ну, в общем, по нашим зубам, соответственно. Вот, и такая, ну, вкусная. Ну, я только одну беру, чевычу. Нравится мне, икра нравится, рыба нравится. Второй раз. Понравилось, да? Вот белорыбица очень нравится, да, белорыбица, хорошая рыба. Так всю вроде перепробовали, как-то брали, но вот супруге больше нравится белорыбица. Вкусовые предпочтения у рязанцев разные. Кому-то нравится белорыбица, кому-то чевыча, кто-то предпочитает икру. Но каждый находит на выставке продажи «Икра и рыба камчатская» продукт, за которым хочется возвращаться. До 16 апреля включительно возле торгового центра «Премьер» выставка продажи «Икра и рыба камчатская». Возле главного входа самые вкусные и свежие морепродукты для вашего здоровья и радости.